Маркетинг-план бизнес-проекта iButler. Приветствую вас, дорогой зритель. Меня зовут Николай Лобанов. И сегодня я покажу вам очень серьезную бизнес-модель. Мы поговорим о маркетинг-плане проекта iButler. И поскольку речь идет о серьезном международном проекте, то те цифры, которые я буду демонстрировать, кому-то могут показаться нереальными. Ваша же задача оценить, насколько они реальны. Конечно же, я буду показывать цифры потенциального дохода. Все остальное вы решите сами. С самого начала я сказал, что компания Worldstyle Media или iButler предлагает два вида дохода. И вторым видом дохода является построение собственного бизнеса онлайн, а также можно задействовать и офлайн механизмы, которые ведут к тому, что вы создаете команду. Но уже не команду клиентов, не сеть клиентов, вы создаете партнерскую команду. Команду из людей, которые готовы для себя купить лицензию, чтобы создать свой бизнес в интернете. И я уверен, что в вашем окружении такие люди есть. Естественно, все начинается именно с вас. Если вы приобрели для себя лицензию, вы готовы найти людей, которые так же, как и вы, поймут эту идею, и вы сможете найти единомышленников. Но в этом случае вы уже имеете 8 источников дохода. Здесь уже речь пойдет о более серьезных цифрах вашего потенциального дохода. Напомню, что лицензии iButler остаются теми же. Это лицензия премиум в размере 750 евро, лицензия бизнес в размере 250 евро и ежемесячная абонентская плата в размере 19 евро. Но 8 источников дохода. Первый вид дохода – это бонус за личную рекомендацию. Когда вы нашли хотя бы одного человека, который вашу идею воспринял, понял, она ему понравилась, он готов для себя приобрести лицензию. И если ваш потенциальный партнер приобретает лицензию премиум, вы получаете 90 евро. Если ваш потенциальный партнер приобретает лицензию бизнес, вы получаете 30 евро. Фактически вы уже совершили продажу. Нетрудно посчитать, что совершив 7-8 продаж, вы полностью окупаете свою лицензию. Но если вы делаете это быстро, то вступает в силу еще один бонус. Второй бонус, который называется бонус за быстрый старт. Если в течение 30 дней, именно 30 дней, вы сумели найти, например, 7 партнеров, которые купили лицензию премиум, что принесло 2100 баллов товарооборота, вы получаете премию в размере 800 евро. Если же в течение 30 дней вы создали оборот в 1000 баллов, например, продав 3 лицензии премиум и 1 бизнес, это составляет 1000 баллов, вы получаете 300 евро бонуса за быстрый старт. И в нашей команде очень многие люди это делают. Да, нужно потрудиться первый месяц, но это реально, это возможно для любого активного человека. Итак, пригласив несколько партнеров в свой бизнес, вы начинаете создавать партнерскую сеть. Следующий вид дохода очень интересный. Это доход от клиентов ваших партнеров. Вы уже поняли, каким образом вы получаете доход от собственных клиентов. Вы им ничего не продаете, но они создают товарооборот в интернет-магазинах. Здесь же вы получаете дополнительный процент от того 1%, о котором я говорил, что он делится. Именно в этой колонке представлены 100% вот того 1%. Сейчас я объясню. Представим, что у вас всего лишь 3 партнера. Вы пригласили 3 партнеров, которые вместе с вами делают бизнес, и у них всего лишь по 100 клиентов. Это минимум-миниморум 100 клиентов. Но в данной таблице используются именно вот такие минимальные цифры. Причем учитывается, что клиенты в течение года создают товарооборот на уровне 300 евро. Не 700, не 1000, всего лишь 300. И даже в этом случае с первого поколения клиента своих партнеров вы получаете 180 евро в течение года. Но поскольку в таблице учитывается, что ваши партнеры вас повторяют и пригласили хотя бы по 3 партнера, то во втором поколении у вас уже 9 партнеров, и это 900 клиентов, и вы получаете еще 405 евро со второго поколения. И так до 7 поколения, в котором уже большое количество партнеров и еще большее количество клиентов. И если от собственной сети клиентов вы получаете в год 10, 20, 50 тысяч евро, то здесь от клиентов своих партнеров вы получаете в разы больше. Опять же, здесь учитываются самые минимальные цифры.
Потому что три партнера – это вообще очень мало. Для построения бизнеса желательно пригласить 33 партнера, а потом и больше. Но минимальные цифры даже приводят вот к таким серьезным доходам. Следующий вид дохода – это командный бонус. Он является основным. И здесь идет расчет по бинарной системе. В бинарной системе есть две команды – левая и правая. И когда создается товарооборот в левой и правой командах, вы получаете за так называемый цикл. Цикл – это когда в левой команде накапливается 100 баллов и в правой 100 баллов. Цикл замыкается, и вы получаете 25 евро за каждый цикл. В данном примере мы видим, что слева вы пригласили партнера, который купил лицензию премиум. Это принесло 300 баллов. И справа еще один партнер тоже купил лицензию премиум. 300 баллов и справа. Срабатывает 3 цикла, и вы получаете 75 евро. В данном примере, который называется вообще ленивой схемой, предполагается, что вы в течение первого месяца пригласили всего лишь двух партнеров. И больше в течение года вы никого не пригласили. Но важным условием является то, что все приходящие партнеры вас повторили. И тоже каждый из них в течение первого месяца приглашает два партнера. Таким образом, в следующий месяц у вас появляется 4 новых партнера и товарооборот 600 баллов слева и 600 справа. Это приносит вам 150 евро. В следующем третьем поколении 1200 баллов слева и 1200 справа. Это приносит вам 300 евро дохода. И если проследить таблицу в течение года, то только за последний 12 месяц вашего бизнеса вы получаете по этому командному бонусу доход больше 150 тысяч евро. В первый год только по одному из видов бонуса. Я думаю, вы оцениваете, что это действительно серьезные деньги, и в этом командном бонусе есть ограничения. Вы можете получать деньги с неограниченной глубины, но есть ограничения по величине командного бонуса. Он не может превышать 90 тысяч евро в неделю. Да, считайте и соображайте. Это 360 тысяч евро в месяц. Я понимаю, что такая цифра может даже испугать, но это ограничение. Выше этой цифры по командному бонусу компания не выплачивает. Ну, порядка полумиллиона долларов в месяц. Я надеюсь, что это ограничение вас не огорчило. И мы идем дальше. Следующий вид дохода – это доход от командных бонусов ваших партнеров. И он говорит о том, что чем больше зарабатывают ваши партнеры, тем больше зарабатываете и вы. Вам выгодно, чтобы ваши партнеры зарабатывали как можно больше. И здесь вы получаете доход с 10 поколений ваших партнеров. В таблице учитывается, опять же, минимальная схема. У вас всего лишь 2 партнера в первой линии. И они зарабатывают всего лишь, предположим, 500 евро в месяц. Это очень небольшие деньги для командного бонуса, но вы с первого поколения получаете 15% от этой суммы, то есть 150 евро в месяц. Следующее поколение – это 4 партнера, и это приносит вам 200 евро в месяц. Следующие 8 партнеров, и это 400 евро в месяц. И так до 10 поколения, где вы получаете всего лишь 2%, но это приводит к очень серьезным доходам. И в течение месяца ваш доход составляет 27,5 тысяч евро. Вообще-то в таблице учитывается, что это происходит за неделю. Но я не буду вас пугать. Давайте остановимся на 27,5 тысячах евро в течение месяца. Я думаю, такая сумма вас вполне устраивает, как один из видов дохода. Да, этот вид дохода начинается не с самого начала, а когда вы достигаете четвертой ступенечки, которая называется платина. Достичь ее вы можете в течение месяца, двух или трех. И включается вот этот вид дохода от командных бонусов ваших партнеров. Что такое платина, посмотрим чуть дальше. Следующий вид дохода – это бонус за ежемесячную активность. Вы помните, что ваши партнеры оплачивают ежемесячную абонентскую плату в размере 19 евро. И когда 4 партнера слева и 4 партнера справа оплатили абонентскую плату, это создает товарооборот 100 баллов слева и 100 баллов справа. Срабатывает цикл, и вы получаете 25 евро. И та же таблица показывает нам, как развивается ваш бизнес, какое количество партнеров у вас в команде добавляется ежемесячно. И только за последний 12 месяц этот бонус составляет больше 12 тысяч евро. Напомню, что это только расчеты для первого года.
Поэтому доходы ваши растут и растут лавинообразно. Следующий вид дохода – это бонус за карьерный рост. Именно здесь мы можем понять, что такое, например, платина. Это такая ступенечка, когда в неделю у вас происходит 20 циклов. Вы это делаете не сами, это создает вся ваша команда, это товарооборот командный. И когда 20 циклов в неделю, вы на уровне платина. Но когда у вас 60 циклов в неделю, вы выходите на уровень тройной платины. И здесь вы получаете первую премию, одноразовую премию от компании в размере 5000 евро. Как видите, это первая премия. Следующая 25 тысяч евро, потом 100 тысяч евро. И так вплоть до 1,5 миллиона евро. Я думаю, вы понимаете, что в течение года, например, нереально такие деньги заработать. Здесь программа рассчитана на период от 2 до 5 лет. Кто-то это сделает раньше, кто-то сделает позже. Но важно, чтобы вы видели потенциал, который составляет более 3 миллиона евро по пути вашего карьерного роста. Еще один вид дохода – это автомобильная программа. И компания выплачивает вам от 500 евро до 5000 евро в зависимости от того, какой товарооборот создает ваша команда. Здесь представлена таблица. Это еще один очень интересный, серьезный вид дохода. И он позволяет вам взять, например, в кредит или в лизинг автомобиль элитной марки и ездить на нем за счет компании. Деньги здесь более чем приличные для этого. Итак, мы с вами имеем очень сильную бизнес-модель, где есть 9 видов дохода. Давайте кратенько повторим. Это доход с оборота ваших клиентов 2% и доход от рекламы и клики. Это доход от клиентов ваших партнеров, 7 поколений ваших партнеров. Это доход за личную рекомендацию 30 или 90 евро. Это бонус за быстрый старт в размере 300 или 800 евро. Командный бонус 25 или 75 евро за пару и ограничение 90 тысяч евро в неделю. Доход с бинарной прибыли ваших партнеров с 10 поколений от 15 до 2%. Доход за ежемесячную активность ваших партнеров. Автомобильная программа и вознаграждение за карьерный рост. 9 источников дохода. Давайте предположим, что у вас сработало только 3 источника дохода. То есть я специально до минимума уменьшаю ту сумму, которую вы можете заработать в бизнесе iBattler в первый год. Из 9 мы берем всего лишь 3 источника дохода. Это доход с клиентов ваших партнеров, командный бонус и ваш доход от командного бонуса ваших партнеров. И даже в этом случае в течение первого года ваш доход составит более 500 тысяч евро. На самом деле здесь больше 700, но я не буду вас пугать такими цифрами. Даже 500 тысяч евро не вмещается в голову большинства людей. Я это прекрасно понимаю. Поэтому давайте мы урежем этот доход в 10 раз. Из всех этих видов дохода получите всего лишь 50 тысяч евро. Подумайте сами, насколько такие деньги для вас важны. Насколько вы готовы вложить силы и энергию, чтобы зарабатывать такие деньги в первый год. Если вы действительно относитесь к тем людям, которым эти деньги нужны или были нужны еще вчера, то тогда вы поймете всю эффективность того, что предлагает вам бизнес iBattler. Теперь давайте посмотрим на отличия лицензии, о которых мы говорили, но уже в свете партнерской программы. Здесь тоже есть свои отличия. Причем они весьма существенные. Если у вас лицензия премиум, то вы получаете все те деньги, о которых я только что рассказывал. Если же у вас лицензия бизнес, по условиям маркетинг-плана вы получаете только 50% этих денег. Давайте посмотрим. Например, за личную рекомендацию вы имеете 30 или 90, когда у вас пакет премиум, и в два раза меньше, когда у вас пакет бизнес. Командный бонус вы имеете 25 или 75 евро за цикл, но если у вас бизнес-пакет, вы имеете в два раза меньше. Продукт-бонус вы получаете с 7 поколений. Но если у вас бизнес-пакет, вы получаете всего лишь с 3 поколений. И очень мощный, серьезный лидерский бонус с 10 поколений начисляется только в том случае, если у вас пакет премиум. На бизнес у вас только с 1 поколения. Вот основная разница. Поэтому я рекомендую рассматривать для себя в первую очередь пакет премиум. И даже если у вас сегодня нет этих денег, 750 евро, это не маленькие деньги для большинства людей,
Вы можете взять для начала пакет бизнес, но старайтесь как можно быстрее перейти на пакет премиум, чтобы не терять деньги. Вам потребуется доплатить 500 евро, это называется апгрейд, и вы перейдете на пакет премиум. Итак, я еще раз хочу напомнить вам о потенциальных цифрах вашего дохода. От клиентской сети вы имеете от 20 до 100 тысяч евро в первый год, в зависимости от того, какую сеть создаете. Или это 1000 клиентов, или 5000 клиентов. Но в любом случае деньги весьма внушительные. И от партнерской сети вы имеете доход в размере от 50 тысяч евро до миллиона. Да, вы можете сами уменьшать эту цифру во сколько хотите раз, но в любом случае цифры говорят о том, что это реально при серьезном отношении к бизнесу. Надеюсь, вы поняли, что я не говорю о том, что эти деньги сами падают с неба или что вам не нужно будет ничего делать. Я говорю о том, что это серьезный бизнес с серьезными усилиями, но и очень серьезными результатами. Идти ли этим путем или выбрать для себя что-то с вашей точки зрения проще – это уже ваш выбор. Моя задача была показать, что вы получаете в бизнесе iButler уже в первый год. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вы поняли, что деньги здесь есть и деньги серьезные. С вами был Николай Лобанов. Всего хорошего и до новых встреч!